Владимир Момот, которого освободили сегодня из СИЗО, и адвокат Евгений Надоля. Я знаю, ты же не осужден такого. Содержание. То есть, как может быть суд без вины тебя уже обстричь? Из твоей воли? Ну, да нет, я сам и там уже стрелся, да? И туда приехал такой же, что и там же. Последствия, насколько я знаю, не имеет права. Беговский станок. Не, вообще стригли всех. Станок Беговский. Меня просто не подстригли, потому что я такой и приехал. Потому что уже хочешь, ну, не хочешь, да, не да. А так, да, стригли. Ну да, всех сразу подстригли. Ну, со мной были все стригли. Всех сразу завели, подстригли. Медика. Через заведы мы уже делали не то, что обвиняем, а уже... Ну, он сейчас сбрасывает нам это заседание. Чтобы отличались от тех, кто нас вопрос. А они сейчас утихнуло. Это только камеры смотрят. 693. Из двух сторон по всему Запорожью. Заседание у нас...